сорт томата «Спящая леди». Этот сорт родом из США. Он среднеспелый. До сбора урожая проходит 120 дней. Очень урожайный сорт. Куст мощный, но компактный. В высоту около 50-60 сантиметров. Крупные листья у растения. Плоды вот такого бордово-коричневого цвета. Плоско округлая. Масса одного плода от 100 варьируется до 150 грамм. Мякоть плотная, сочная. На вкус эти томаты классического томатного вкуса. Вот такой вот красавец в разрезе. Бордово-коричневый, красно-розовый. Очень красивый. Салатного назначения этот сорт. Но также его можно использовать для приготовления соусов и томатного сока. Этот сорт подходит для выращивания как в теплице, так и в открытом грунте. Формировать растение лучше всего в 2, максимум в 3 стебля. Тогда будет очень хороший высокий урожай. Но на самом деле сорт очень урожайный.